Всем привет, вы на канале Дикая Пума, и дом Барби, как вы поняли, это продолжение. Мы будем дальше смотреть, что тут есть. И мы весь первый этаж разглядели, и улицу тоже. Я предлагаю отправиться наверх. Картинка такая симпатичная. Там что-то еще, но мы пока что туда не пойдем. Их! Это как своя комната. Гардероб, да, это гардероб. Шкаф. О, отсюда прикольный вид. Ай, это ноутбук, это как компьютер. Тут кресло, мое фиолетовое. Я себе беру самое красивое. Я так буду сидеть с подругой. Чай пить. Тут ковер. А, это туалет. И ванна. Это ванная. А прикольно сделали. Туалет там. Самое нормальное — это ванна с туалетом. Как думаете? Тут туалет на втором этаже. Давайте отсюда выберемся. Выпустите. Тут кактусы в горшках, цветочки, картины. А, да, все в порядке. Я думал, что-то пропустили. Что тут у нас? Какая комната? Все, ребята, это, наверное, будет моя комната. Наверное. Только я предпочитаю синий, как вы знаете, а не розовый. Может, будет еще лучше? Просто тут вот такой шкаф из тропического дерева. И тут у нас тоже ванна. Только в другом виде. Первая ванна мне больше понравилась. Следующий комнат это ниже. Только разные, да? Откроем. А, тут ничего нет. Так. Наверное, тот решил пошутить надо. Нет, ребят, вот это моя комната. Я вижу тут оттенки голубого. И тропический шкаф. Прям все, что нужно мне. Пошли вот сюда. Это опять ванна. И у меня душ. И крутой туалет. Так. Тут они тоже попробуются, так сказал. Ой, я устал строить, надо сделать два шкафа просто так. Ой, я сейчас как упаду. Тут диванчик. Так, лапы свои. Подальше от картины, то снесу. Оп. Пошли вот сюда. Тут у нас что, чердак? Так. Тут они просто этаж как-то пустой. И тут тоже. Это крыша. Мы в крыше. Могли бы кровать поставить, что ли? Спасибо, что я вижу крышу. Идеальный обзор. Вот это минус. Вот это мне не очень нравится. Ай! Слот свалился. Дайте гляну. Ну да, дом двухэтажный. Мы все посмотрели, кажется. Предлагаю поплавать, просто поплавать. Какая вода прикольная. Я слышала собаку. Да, я слышала собаку. Где тут собаки?
Ну, наверное, он уже приручил. Я не могу заставить их встать. Посмотрим, что тут еще есть. Так. Мне бы дом с радужными кроватями. Так, я просто смотрю, что тут есть. Мы оббежали вокруг дома. Чудесно. Везде должен быть порядок. Моего слова. Так. Мы все посмотрели или нет? Или есть что-то еще? Какая-нибудь комната, которую мы проглядели. Тут люстра. Тут кухня. В этой пыли. Хороший холодильник. Идеальный. Офигеть. Так. Как раз таки забор вокруг этого, чтобы на нас монстры не напали. Это аквариум. Угадайте, кто там плавает? Рыба Фугу. А нет, теперь и рыба вот такая. А можно было бы обычный лосось? А прикольно придумано. Я всегда хотела аквариум. Я так никогда не додумалась. А вы, ребят, если хотите, сделайте вот такую тактику. Там выбрасыватель стоит, и вода налита. Вот так. Такой. Аквариум. Надо мне попробовать у себя сделать. Точно такой же. Ну, типа такого же. Только рыба-фугель не будет тут. Я не хочу его. Ну вот, вот такой дом. Ну пока что я займу ту комнатку или нет, я не знаю. Да уж. Душ такой. Так, ребята, сейчас будет интересно. О, я моюсь в душе. О, как хорошо. Мне хорошо, очень хорошо. Я в душе. Но я предпочитаю ванны. В том доме, ну, в соседней комнате будет жить моя подруга. Вот тут... И я буду к ней в гости приходить, чтобы нормально помыть. Я приду такая, скажу, можно у тебя помыться? У нее там... Но у нее не очень туалет там. Это будет ее комната или та комната. Не голубая, а другая. Так, это моя комната. А другая комната. Мы тут будем жить, и, короче, вот, вот такой дом. Бумс, я упала. Вот тут будем жить. Я в другом мире построю себе аквариум. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И ждите продолжения нашей серии про дом Барби. Всем спасибо за просмотр. С вами была Дикая Акума. И всем пока! Всем пятюли!